Глава украинского МИДа также прокомментировал новости о химической атаке в Сирийской Думе. На своей странице в Твиттере Павел Климкин написал, что ответственность за нападение полностью лежит на России. И что это очередное жестокое преступление против человечности. Москва, в свою очередь, причастность к атаке отрицает. В Министерстве обороны России заявили, сообщение о применении бомбы с хлором в Сирии не соответствует действительности.